8 галок. Кот пришел за ними вслед. Если в дружбе есть начало, то конца у дружбы нет. Раз, два, раз, два, зеленая трава. Раз, два, раз, два, секретные слова. На заборе 8 галок. Под забором черный кот. Тот, кто трусит, просто жалок. Тот, кто смел, наоборот. Раз, два, раз, два, зеленая трава. Раз, два, раз, два, секретные слова. На приусадебном участке собрали 140 килограммов картошки, капусты на 30 килограммов больше, а моркови на 60 килограммов меньше, чем капусты, а свеклы на 10 килограммов больше, чем моркови. Ну, скоро вы там! Решить задачи и все. Может, я завтра решу? Никаких завтра. Нас же ребята ждут. Сам виноват, что получил работу на осень. Замучит она его. Замучит. Мы же ведь на остров собрались. Думаешь, мне не хочется поехать? Очень хочется. Но я дала слово учителю сниматься с тобой. Мы на причале! Бежим, подожди. Неправильно. Что неправильно? Да все неправильно. 140 килограмм картошки, правильно? Правильно. 80 килограмм свеклы, правильно? Вот неправильно, потому что морковь ведь на 60 килограмм меньше. А-а-а. Б, за это решишь еще одну задачу. Ой! Серёжа, что? Аппендицит. Там в белой коробке лекарства. Что случилось? Меня здесь не было. Надо, того ж племянника жду. Вот отвезу молоко и в больничку. Меня здесь не было. Ребят, Серегу не видали? Нет. А что случилось? Так он задачу не решил и удрал. Так мы же на остров собрались. Пока не решит задачу, никакого острова не может быть. Но я побежала. Во, вредина-то. Она не вредина. Но мне-то лучше знать, вредина она или нет. Она не вредина. Она меня своими занятиями вот так замучила. Сам же виноват, что получил работу на осень. Ты что, влюбился? Скажешь тоже. А что ж тогда заступаешься за всяких Верок? Она не всякая. Ну тогда я тебе загадаю такое желание, чтоб ты ползал на четвереньках. Хорошо будет? Плохо. Верка! Бежим! Стойте! Thank you.
собралась, а? Да я ж зубом проклятущим в больнице, сил же нема больше жить. А Юрку кто встретит? Да там из мальчишек кто-нибудь. На причале, может, встретят. Оль, брата моего встретишь? Мы ж на остров собрались. Олечка, ну очень нужно, пожалуйста. Ладно, как я его узнаю? Ну, знаешь, Оль, он домой Конопатович, с Юркой зовут. Пусть он с вами побудет, чтобы один не болтался. Хорошо, да? Ну, спасибо. Вот, еще каких-то Конопатых встречать. Ты Юрка? Да. Пошли. Ты кто, родственница? Нет, я Оля. Тетка тебя встретить просила. А где она? Зубопровать поехал, дядя Женя в рейсе. Ты чего смеешься? А ты Конопатый. Это я раньше был Конопатый. Нырять здесь здорово. Хочешь нырну? Нырни. Выставляется перед этим. Угу. Еще нырну? Нырни. Считай до трех. Раз, два, два с половиной, три. Молодец, девчонка. Ничего, ныряешь. А теперь твоя очередь. Не хочу. Ну, хоть солдатиком. Ну, не хочу. Ты что, боишься? Ну, говорят, сейчас не хочу. Ничего я не боюсь. Прыгай, или я тебя столкну. Здорово ты ныряешь бревнышком. Где ты так научился? Как хочу, так и ныряю. Юра, одень рубашку, а то сгоришь. Юра, ты должен меня слушаться. Как помидор красный станешь. И шкурка слезать будет. Я обещал, дядя Жень, за тобой смотреть. Век не попасть. А я и попадать не буду. Такими глупостями не занимаюсь. А ну пошли в камыши. А что я там не видел? Да тебе трусы выжать надо, а то простудишься. Сами высохнут. А я говорю, выжать надо.
Верка бежит. Сбежал. Сбежал. Мы с тобой на две задачи уговаривались, а ты третью задала. Переутомился. Лентяй, двоечник. У нас в классе тоже один такой был. Все думали, что он лентяй, а он, оказывается... А ну-ка, девочки, уйдите в камыши. Зачем? Юрию выжаться надо. Не вздумай драть. Что ж я, по-твоему, дурак? Я же этого не говорил. Думаешь, я не понимаю? Драться хотите? Ты не бойся, драться будете один на один, я вмешиваться не буду. А я их не боюсь. Просто сейчас настроения нет. Ну тогда в другой раз. Нет, сейчас. А лежачего не бьют. Ты что, боишься? Вставай, подеретесь немного, да и все. Не могу. Ты что, больной? Нет. А что ж драться не хочешь? Ну, дай-ка пилотку. Вот видишь этот зеленый значок? Ну и что? Разряд по боксу. Я тренеру слово дал. Не драться. У меня удар смертельный. Раз слово дал, тогда другое дело. А может, потихоньку? Могу не рассчитать. Скоро вы там! Нам заниматься надо! Фу, заноза. Она не заноза. Сам ведь сказал, что заниматься будешь. Опять заступаешься? Ну, тогда вставай на четвереньки и лай на Верку 20 раз. Не буду. Почему это ты не будешь? Сказал не буду, значит не буду. А уговор? Ну, дай ты мне что-нибудь другое. А я другого ничего не хочу. Давай, давай, вставай. Девчонки, выходите! Гап, гап. Ну, что ты на меня отлаешь? Лай на них. Гап, гап. Гап, 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 гап. Плохо. Лай громче. Гап, 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 гап. Лай громче, с выражением. Гап, 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 гап. Ну ладно, один раз можешь долаять про себя. Гап! Ты куда? А остров? Он что, обиделся? Угу. А все из-за тебя. Подрались бы немножко и поехали. Так не я же лаять заставлял. Ну. Собрались. Ну, я же не знал, что ты не хочешь на нее лаять. Но если ты мне когда-нибудь проспоришь, я тебя не буду заставлять на нее лаять. Шиша, Миша, бежим, бежим. Ла, лампа, лапа, ши, шина. Правильно, шина. Загадай что-нибудь посложнее. П. Пыль. Пыш. Ро. Роза. Рожа. Ну так идем на остров. Идем. Ребята, стойте. Юра одного оставили. А что, и он с нами поедет? Ну, ведь дядя Женя просил. Здорово. Как рыбалка? Во, заворачивайте к нам, рыбы на уху дадим. Некогда, мы на остров. Да, ребят, без вас не обойдемся. Ну ладно, придем.
А куда ведет эта протока? В Турцию. Правда? Эту протоку еще запорожские казаки выкопали. А, понятно. Ребята, смотрите, птенчонок. Выпусти. Дай, дай я его воспитаю. Да ты что, чайки в неволе не живут. А вон его родители. Чайки, нате вашего ребенка. Плыви, плыви, дурачок. Ты бы еще зубочистку взял. Как раз по тебе будет. Сергей, он же нам помочь хочет. Да нужна нам его помощь. Могу и не копать. Решили докопаться до центра земли? Смотри-ка, сдам его. Но мы не будем ссориться. А ну-ка, детский сад, кругом и шагом марш. Ваш остров, что ли? Умеет разговаривать. По-моему, он мне нагрубил. Точно. Мишенька, отпусти. Уф! Ух, хулиган несчастный, я вас знаю. Вы из третьей школы. Я вашему директору пожалуюсь. Нехорошо ябедничать. Мишенька, отпусти. Шиша, мыша. Как же вам не стыдно, он же вам в отцы годится.
Ой, сейчас вы получите, у нас Юра боксер. Юра, я тебе разрешаю их ударить в полсилы. Юра, что ты сидишь? Эх ты. Юра, ну помоги ребятам. Да разве он поможет? Трус несчастный. Боксер самозванец. Ой. Пусти, дурак, пусти! На! Ой, ой! Получил, папа! Ну ладно, ладно, хватит. Вы отличные ребята. Я вас уважаю. Гуляйте. Половина острова ваша. А боксеры этого... Тьфу. А что вы тут ищете? Здесь во время войны шли бои. Мы построили памятник погибшим солдатам. Вот экспонаты для него ищем. Нашли что-нибудь? Одни гильзы. А вы что, браконьерничаете? Скажешь тоже. Сюда мальков должны запустить. Мы всю сорную рыбу вылавливаем. Покажите памятник. Пошли. Сами сделали? Сами. Осенью хотим открыть. Сюда бы автомат повесить. Роем, роем, ничего не можем найти. Мальчишки, если вы что-нибудь найдете, отдайте нам. Ладно. Пока. Бывай. Ну, боксер, а теперь пошли. Иди. Батюшки, что же это делается? Что же это делается? Племяш приехал. Ух, племяш приехал, а тетка ничего не знает. Где же это ты был, а? Да на остров с ребятами ездил. Вот так. Тетка ждет, не дождется. Он на остров ездил. Да ты же в больницу ходила. Батюшки, у тебя, кажется, ж синяк. А ну-ка, подожди, я очки возьму. Зачем же их брать, когда и так видно? Да где ж тебя так угораздило? Шел, овод укусил, споткнулся, на дерево упал. Врешь, не верю. Сережка тебя изувечил. А ну, посмотри мне в глаза. Отвечай, а то получишь. Он? Да. Ух ты ж. За что? Не понимаешь синёки, да? Нет. Ну, вот когда поймешь, тогда выйдешь. Но я же не хотел. Но я обидничал. Ну не мог он, ведь он прыгнул, хоть ни разу не прыгал. И на острове нам помочь хотел. Я сама видела. А почему же его дядя Женя запер? Макаровна велела. Почему? Ну домой поздно пришел. Синяк. Юра голодный. Надо его накормить, а потом выпытать, наябедничал или нет. Если нет, устроим побег. Пошли за кормом. Эй, где ты там? Здесь. Наябедничал. Ничего не ябедничал. Мне тетка говорит, если не скажешь, откуда синяк, сарай запру. А я говорю, ну и пусть. Вот меня дядя Женя запер. А ты, парень, ничего. Ага.
Мы тебе здесь поесть принесли. Держи. Вафли и яблоко. Да обожди ты. Давай. Молоко. Варенье. Давайте. Мясо. Из супа вытащил. Вечером сделаем подкоп. А пока спи. И не смей его выпускать. Пускай посидит, подумает. Принесу аккумулятор, сам выпущу. Как это так? Дитя приехало на 2 дня отдохнуть и в сарае? Ничего, ему это полезно. Не смей выпускать. Да, Боже, сохрани. Юр. Гаюру. Проголодался, небось, мой мальчик. Юрочка, ну скажи, детка, проголодался? Угу. Ой, дитя мое дорогое, дитя золотое. Сейчас, детка, сейчас я тебя выпущу. Выходи. Не выйду. Боже, как напугали дитя. Я тебе покажу, не выйду. Я тебе покажу, не выйду. Никто меня не запугивал, только я все равно не выйду. Попробуй, попробуй не выйти. Я напишу маме, и больше ты ко мне не приедешь. А после обеда я снова сюда приду? Придешь, после обеда хоть куда угодно. Болить? Нет. Ой, господи, бідна дитина, бідна дитина. Переволновался, дитя мое. Проголодався, ешь. Ешь витаминчики. А вот блинчики тетя пекла. Мам, я ж тебя просил. Иди сам в сарай, целуйся со своим мотоциклом. Ты ж меня обещала после обеда выпустить. Никуда не пойдешь, сядь. И ешь. Юра, ешь, кажу. Добрый вечер. Заходи. Ты один? А где Юра? Отдыхает? Как отдыхает? Спит. За то, что он трус. Месть. За то, что он врун. Месть. За то, что он обжора. Месть. За то, что он ябеда. Месть. Месть. Шишра. Мышра. Ку-ку, купайся. Побегу. От тебя не побегу. Я тебя мстить должна. Мсти. Не хочу. Почему не хочешь? Мсти.
Ой, а где ж твои трусы? Опять сережка? Ой, я сам в ручей упал. Нечаянно. Ты видишь, Женя, пришел до дому без трусів и рубашка вся мокра. Сиди мне дома, чтобы хулиганы опять на тебя не напали. А я піду молока горяченького принесу и вечером отправляйся до дому. Хватит з мене цього. Я сам. Ручей спихнули, а трусы забросили. Угу. Тебе же в жизни масса неприятностей. А из дома советую не выходить. Надо отправлять до дома. Ой. Стойте, возьмите меня с собой. А если еще один фингал поставлю? А если трусы на дерево? Пусть. А если в воду столкну? Пусть. Где ж твоя пилоточка? Я ее сам выбросил. Ну что ж вы такие бессердечные? Эх вы. Садись, Юра, я разрешаю. Мотор не выдержит. А мне дядя Женя свою лодку доверяет. Пошли. Тогда и мы на своей. На перегонки. Давай быстрей! Не спеши, боксер. Все равно первым придем. Пришел за ними вслед. Если вдруг
дружбе есть начало, до конца у дружбы нет. Раз, два, раз, два, зеленая трава. Раз, два, раз, два, секретные слова. На заборе восемь галок, под забором черный кот. Тот, кто трусит, просто жалок, тот, кто смел, наоборот. Раз, два, раз, два, зеленая трава. Раз, два, раз, два, секретные слова. Улетели в поле галки, подворотник скрылся кот. Нашу песенку считалку